Монголию. Страна была разорена и стонала под властью духовных и светских феодалов. Разбойничали отряды иностранных наемников. Тяжкое бремя террора и оккупации обрушилось на плечи народа. А с границы шли слухи о том, что на севере, в России, происходят великие события. В эти дни Сухе, за смелость прозванный Батором, возвращался в родные края. Здравствуй, Сухе! Эй, молодой человек! А, молчи, бомба! О, боги! Чем все это кончится? Я 2 дня не ел, молодой человек! Накорми меня, я 2 дня не ел! Кто это у вас? Мы люди князя Ордоне, а здесь кочевая тюрьма. Хочешь сюда? Нет, нет. Ваш прехрабрый милость, солдат, сотник, генерал! Ну, заступись за меня, красивый господин! Они меня увозят. Они хотят поставить мой ящик на пыточный двор. За что? Я не заплатил налогов на пастухов. И больше ничего. Больше ничего? Ой! Кто тебе позволил разбивать мои тюрьмы? Глаза, которые видят, и совесть, которая не спит. Ответь, баранина китаец. Сколько? Вот моя порция. Когда я проголодался, и сердит. Еще баранина? Давно не встречал такого веселого солдата. Я на тебя не сержусь, не бойся. Стараюсь не бояться. Играем дальше. Ваша светлость, примите меня в игру. Садись. Так ему и надо, ты больше мало попало. Только пальцо, нахали я дуя. Вот китарова, нахали я дуя. Вот, вот, он загнул пальцы после крика. Только пальцо, нахали я дуя. У него видно 6 пальцев на одной руке. Пусти, сколько ты хочешь серебром, я уплачу тебе деньгами. Нет, давай ложись. Солдат, солдат, возьми меня, я лучше всяких денег. И я буду тебе верным человеком. Вот и прекрасно, бери его, солдат. Ты мой в расчете. Ну, люди, дорогу. Скажи, что же мне теперь делать? Поставь за меня свечку потолще и иди куда хочешь. Что? Раз ты вытащил меня из тюрьмы, ты должен теперь позаботиться обо мне. Что? Да-да. На. Спасибо, солдат. Увидишь, мы с тобой будем как 2 оглобли кибитки. Куда ты, туда и я. Я ведь знаю, ты из этих... Молчу, молчу.
говорили, что генерал Сю приговорил к смерти четверых. Вот таких, как ты. Врешь. Клянусь Будой. Их расстреляют сегодня у северного монастыря перед закатом солнца. Сколько с меня китаец? 20. На сегодня останешься? Нет, я еду. Ну, подожди меня, я еще не успел поесть. Тянут тебя, что ли? Монголия не может больше ждать. Монголия ждала 400 лет. Подождет еще 5 минут. Глава государства и церкви Богдо-Гэгэн по закону ламаистской религии, живой бог Монголии, был равнодушен к судьбам своего народа. Святой Отец кому угодно готов был продать в рабство монгольский народ. В эти дни у себя во дворце живой бог с главными князьями и ламами принимал захватившего Ургу генерала Сюшичана. Сюшичана, прозванного маленьким Сю. Этого жестокого слугу японских и китайских милитаристов одинаково ненавидели народы Монголии и Китая. Бадма, ослабло мое зрение. Я не вижу генерала. Вы не можете его видеть, великий бог. Он слишком мал. Твоя лучшая шутка, Бадма. Эта шутка может стоить нам государства, святой отец Лама. Ваша светлость, господин духовный вождь Монголии, почитаемый в качестве бога, влекомый мыслью о благе буддийской веры, приветствую вас. Ведущую веру и государство драгоценного ламу 14 небеса. Чуть меня побили. Словом, я прибыла к вам. Князья и ламы, ссориться мы не будем. Цены и звания почесть остаются при вас. Садитесь. Надеюсь, вы будете исполнять наши несложные просьбы. Я предлагаю вам поклониться портрету моего императора. Если какая-нибудь особа не подчинится, буду рубить головы, не считая, святой это или нет. Вы плавали страной 7 лет. И, как говорится, не в коня колем. Да. И потом я слышал, что возле статуи Майдали собираются недовольные люди и шепчутся обо мне. Я равнодушен к статуе. Но это доказывает, что вы из государства сделали кабак. Здесь появился какой-то бунтовщик Сухе. Сегодня вы совершите свое шествие к монастырю, чтобы народ увидел вас и смирился. Я приказал публично расстрелять 4 друзей Сухе за неподчинение моим солдатам. Скоро, через 5 минут, они, как это у вас говорится, будут лишены возраста. Так, да. Это он. Сухе.
Ян-Дзима? Здравствуй, откуда ты? Ян-Дзима. Что с тобой? Ничего, ничего. Блаженно твое дыхание! Убей меня! Убей меня! Убей! Чтоб я возродил! Гляди на меня! Чтобы я стала красивой! Наши боги превращают гордецов в летучих мышей. Встань, встань скорее, они убьют тебя. Я дождусь, Богдал, когда ты будешь стоять на коленях перед народом. Гомбо, попроси у Богдал, чтобы он нам бросил что-нибудь из своих рук. Великий, великий Бог-Дагеген, брось нам что-нибудь из своих рук, осчастлив нас, великий. Бросьте им какую-нибудь малость из ваших священных рук. Кому достанется, того ждет счастье в будущей жизни.